Концепция выставки у нас такова, и вообще название выставки «Весеннее настроение», а я считаю, как если весеннее настроение у нас символ весны, кто? Это коты. И у меня эти неоднократно здесь встречаются на выставке много и лежачие коты, это и мечтатели, пожалуйста, котофей, которые думают о чем-то, может, о рыбке, может, о своей половинке или еще что-то. Я вообще люблю кошек, у меня есть кошка Пуся, перс. Помесь с британцем, и у нее разные глаза, и это является моим вдохновителем. Как бы я черпаю образы от нее, то есть она и лежит утром, и где-то что-то как-то она утром встаешь, она в раковине спит тоже. Ну, просто черпаю от нее все образы. Я вообще обожаю и люблю животных, и очень трепетно отношусь к стилю анималистики. Вот у меня работа есть, вот данная в руках, да, ночной охотник. Я люблю охоту, но люблю с той стороны, не с той стороны, как охотник любит, а наблюдать за этой охотой, как животные охотятся на зверей, как они кормят, делают себе пропитание. Здесь вот видите, я изобразил рыбу в черном цвете, то есть талькохлорид, и светлую сову ночного охотника, изображение такое, ну вот такой вот образ получился. Пусть это небольшая работа, но я считаю, что работы в ней и вклад в образ, творчество такой, видите, серьезный взгляд, как бы поймал немаленькую добычу. И у меня во многих работах как бы прослеживается взгляд охотника, вот у меня ночной охотник. Изображение птиц. Я смотрю со стороны птиц, как вот как они это охотятся, как же это все серьезно происходит, на каком это высочайшем уровне это проходит. Ну вот, значит, моя работа называется «Корова-тучка». Тучка. Вот я изобразил в пластике, сначала лепил из глины, вот такую вот корову. Образ как-то родился сразу, да и корова, конечно, у нас такое животное, которое всегда связано с нами и в деревнях, и везде, вот она присутствует. Что-то родное такое, вот это значит, в частности, вот удмуртская корова такая, я ей пытался придать образ такого титаника, как бы, такого теплохода, который так это передвигается, не то что передвигается, можно сказать, плывет по траве. И вот на нее такие хитрющие гуси собрались. У нас есть одна знакомая, Саша Емельянова, и она уже каждому гусю вот этому дала имя. И вот здесь вот в частности маленький гусик такой, она назвала его гусь Роберт, потому что он такой маленький, значит, тут вот мы видим, значит, компашка собралась из трех гусей, они что-то там как-то мирно так беседуют, общаются, а этот такой маленький гордый гусь-бунтарь. Она его назвала Роберт, но я как бы не отрицал, и мне очень даже понравилось. То есть как бы вот в этой одной композиции я уместил таких две сюжетных, можно сказать, линии. А тучка совершенно тоже случайно, когда мы работаем в мастерской, мастерская находится в университете, вот, и много наших друзей приходят, вот в частности Александр Суворов, он пришел как-то с своим товарищем, напарником Дмитрием Постниковым и говорит: опа, корова-тучка, говорит, то я говорю: блин, здорово, я говорю, не знал, как ее назвать, и как раз вот родилось такое название. Тучка. Работа называется «На прогулке», изображена девушка, обезьяна, как вы видите, очень люблю обезьян, поэтому обезьяна и девушка, ну, здесь как бы я пытался столкнуть вот два таких образа прекрасного, если так говорить абстрактно, и вот это обезьяны. Ну, если кто знает животных вообще что-нибудь, тогда, значит, вот, например, павиан, значит, он очень хищное животное, вот такое оно оскаленное, оно и, значит, убивает других обезьян, то есть своих сородичей, нападает на детенышей, даже хищников. Вот. И здесь на таком контрасте вот такая хищная обезьяна вот, и прекрасная девушка. Вот какое-то сочетание несочетаемого. И вообще я в жизни никогда не видал, чтобы, например, обезьяну, ну вообще, а вообще есть это, когда девушка, вот, например, прогуливает обезьяну, как собаку, и она такая хищник, на всех кидается. И вот это вот сочетание хрупкого и какого-то ужасного, такого агрессивного. Ну, конечно, техникой живописи я тут попытался немножко смягчить вот эту ситуацию, но вот такая вот картина получилась.